15 отделений, 6 отделов, 4 поликлиники, 11 кандидатов медицинских наук за 65 лет. Городская детская клиническая больница отмечает юбилей. Вместе с медицинскими новобранцами и руководством в больнице открыли собственный музей. А на приуроченную к торжественной дате научную конференцию приехали преподаватели СГМУ. В эту памятную дату в городской детской клинической больнице чествуют и новичков. 4 медсестры и 8 лечащих врачей пополнили ряды медицинского учреждения. У Екатерины Михеевой за плечами лишь медицинский колледж и практика. В детскую больницу пошла работать целенаправленно. Просто мне нравится помогать людям, тем более это востребованная профессия. И не хотела на завод идти. Вот, в принципе... И решила пойти в медицину. Хотела быть врачом, но не получилось. И решила стать медсестрой. И, ну, дети, ну, с ними интереснее, чем со взрослыми. Вот уже 65 лет люди в белых халатах лечат маленьких северодвинцев. Пришло время для создания собственного музея. Вся история больницы на этих стендах. Материалы собирали в краеведческом музее и в архиве больницы. Первый родился в декабре 2006 года, уже коренной житель Северодвинска. То выделили из городской больницы, выделили отделение, детское отделение больницы. Также в музее представлено и медицинское оборудование, старинные экспонаты наряду с современными. Вот это был ртутный, теперь у нас электронный, пожалуйста, все быстро. Самовар, как мы его звали, надо было трубочку брать в рот и дышать. Сейчас вам дают маску, и все, ребенок получает лечение. Детская больница открылась в 1948 году, затем постепенно открывались и поликлиники. В середине 80-х годов появилось отделение реанимации, детская хирургия. Каждые 5 лет население Северодвинска увеличивалось на 7 тысяч человек. Город нуждался в многопрофильной детской больнице. Мы благодаря поддержке правительства Москвы получали финансирование, но если в первые годы, самые трудные годы, это на питание, медикаменты, а затем на оснащение нашей больницы современным высокотехнологичным оборудованием, благодаря чему мы сегодня можем оказывать помощь на самом-самом высоком уровне. Поэтому больница по праву носит звание клинической. На сегодняшний день она вмещает более 300 маленьких пациентов, оказывают лечение и 4 поликлиники. Жизнь больницы не стоит на месте, проводятся научно-медицинские конференции. Этот праздник не исключение. Поздравить и прочитать доклады приехали кандидаты медицинских наук и преподаватели медицинского университета. Марина Хохлова, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.